Итак, красовольчики, продолжаем. Далее выбор игрока. Игуаин, Сальвио, Айтар. Ну, берем Игуаина опять. Столько его же дубликатов было, и опять его дают. Да уж. Далее рейтинг. Высокий. На выбор. Погнали, смотрим дальше наборчики. Масуаку. ЛЗ. Чичиздола. Паламина. Коке. Ни о чем. Тут ничего хорошего ждать не стоит. Арамбари. Мвила. ЛЧшная карточка. И Венисиус еще выпал. С тремя редкими. И падает нередкий португалец. Гонзалес. 12 игроков. Один редкий. Что-то засветилось. Не, показалось. Гуэдес. Типа неплохо. Кулусевский еще. ЛЧшная карточка его. Кордоба. Васкес. Свяченко тоже ЛЧ карточка. Модест. Гуэдеш. Неплохо Гуанчало, но он уже дубликат. Так, смотрим здесь. Так, выход на экраны. ЛЗ. Севилья. Акуня. 76 скорость. Такое себе скорость для ЛЗ. Гомес. 2 рейтинга, 83 упало. Гёце. В ПСВ перебрался. Берарди. Кайседо. Долберг. Каспер. Рикви Пуик. Дани Ольма. Средненько. Ну, хотя выход на экраны двойной. Так, что-то засветилось. Кодивуар, ПЗ. И это Серж Урье. Карточка недели. Скорости мы уже опустили. Сержик. Урье. Серебро. Фигаль. Трауре. Грант. Супря. Динамо Киев. Неплохо. Скорость у него есть. Как-нибудь затестим джуниор. В целом неплохо. Такой же наборчик, но Фоден. Мансити. Новая звезда. Фреулер. Кехил. Нуно Сантос.
Маккарти еще бегает. Холдинг. Луческу выпал. А, нет, тут больше предметов. Дофига. 6 редких. Так, что там за... засветилось в конце? Франция. Вратарь. Марсель. Манданда. ЛЧ-шная карточка. О, роста у него нету. Андре Альмейда. Адан. Лалана. Челик. Берама. Торейра. Два врывается, выпало. Здесь два редких. На экраны Испания. Атлетик Мадрид. Коке. ЦПшник. Дриблинг есть, передача есть. Скорость ему убавили. Удар 75. Кампель еще. Так, что-то в конце засветилось. Но Бальде. Даффи, Камана, Локомотив, Скип, Хеллер, дубликат. Так, такой наборчик разнообразных игроков. Так, интересное свечение, и это Центурион. Видаль еще. ЦЗшный Загоев. Марин Швед. Марьян Швед. Украинец. И русский. В одном паке. Миллер. Бернард. Два редких. Денис. Неплохо. Кёльн. Денис перебрался в Бундеслигу. Скоростной парнишка. Пардо. Еще один наборчик. Два редких. Выход на экраны Аргентина. И опять что ли Игуаин. Он просто издевается. Линдалёв. ЛЧ-шный выпал. Неплохо. Плохо, что ЛЧ-шным карточкам брали плюсовые статы, чтобы отличались от редких. Еще один Нигерия. Дубликат вроде. А не. Нвакаеми. Погнали одиночные наборы. Дракслер. ПСЖ. Собирается. Не топовая, но
играть можно. Данила Перейра тоже, Париж, Сен-Жермейн. Так, этот наборчик. Жизняк. Так, и выбор игрока дают. За что это интересно? Колусевский, Монтоя, Кауфаль. Колусевский уже лучешный выпал. Ладно, пусть будет. Погнали, посмотрим промо за 100 тысяч. Накопили монет. Хоть раз открыть. Такой мощный набор. Так, что-то светится. Бразилия. Цоп. Сити. И это Фернандиньо. Игрок матча турнира страны. Выпал. 86 рейтинг, не самый топовый, но пойдет. Обычного Фернандиньо заменим. На СБЧ куда-нибудь. Круто. Хоть что-то насловили. Каутини еще, Шкриняр. Нифига себе. Бля. Фрасер, Берг, Церви, Накаджима со скоростью, японец, ой, Дака еще, Австрия, Малонг, центр со скоростью, даже в защитку можно ставить. Векхорст. Тоже неплохо. На заменку тестировал. Он хорошо выбегает и забивает там хэт-трики. Дракслер опять выбил. Керрер. Болят. Баду. Хороший такой наборчик за 100 тысяч. Есть что выбрать. Смотрим, что падает за 25. Инкс. Ну такое себе, не быстрое. Ден Донкер. Оливер Торрес. Тейшера, Джоао. И дубликаты. Миколенко. Так, откроем. Задание Хунтелара улучшенного. У него там обычная карточка серебряная. По скорости там, кажется, 60 чем-то. А тут ему прокачали. 87 скорость, 92 удары. Махина. Слабая нога, 5 звезд. Погнали выполнять сезонные задания. Врывался. На заменку Фернандиньо выйдет. Джонатан в нападение вместо Хосе Вильяна. Саад. Бундеслига. Лёва в нападение. Йович, Санчо,
края быстрые. Футбол зовет. Всем привет, кто проводит, заигрались. Левандовский там наклепал. Соперник мощно сыграл. 9-4. Сетки в самом начале матча получили. Первыми забили Джонатан. Посмотрите еще раз на гол. Хорошо. Открываем первыми. Не получилось у них мяч удержать. Красавельчик Джонатан развернулся и сразу пробил. В самом начале матча получается у них выйти вперед, и это очень хороший старт. Нойер не тащит. Посмотрите еще раз на гол. Хорошо на повторе видно, что... Даже вторыми, второй раз забываем. Но мы же еще это 1-2-1. Выходим вперед. Смотрим еще раз на этот шикарный гол, если его автор... И забили красавельческий гол там. И дальше что-то как Ибра на чемпионате мира. Подошвой так. Карате-кик. Шипами забивает, так захлестывает хвостом, типа скорпион. Просто. Роберт Левандовский. 4-2 счет. Разрывает, выходит наш Лева, отмечается. Передач много. Делать было в этой счет. Атаке. Классно, они двигались вместе с мячом. Вот что бывает. 5-3. Забивает между ног Нойеров. Вачела. Констат пасовывает. И Лева врывается. На встречу с Нойером. Санчо. Санчо! Как они по такими углами забивают? Может что-то из этого прохода получится. Мяч вообще. Подставание, но дубль задел соперника. Левандовский. Хорошо, на повторе видно, как здорово он обыграл. Сможет он пробить. Замыкает навесик. Мяч в воротах, сокращает команда голевое отставание, но задел у соперника очень серьезно. Красавельчик Лева перекидывает Нойера. Соперник, пас на ход, защитник не успевает. Раскаточка. Делает, что хочет. Опять под этим углом забивает. Вратарь никакой. Что есть, что нету. Рейтинг мастерства соперника 102, у меня 115. Хотя там как будто с первого дивизиона чувак. Такая вот игра, такой вот улов. Ставьте лайкосы на следующей серии.